Так, друзья, привет всем. Сегодня будем срезать лимон. Мы в теплице находимся. У нас уже темно, уже сколько? 4 часа, наверное, да? Уже, наверное, может, 5-й пошел. Вот здесь у нас бананчики стоят, там кофе. Ну, в общем, та теплица, которую вы уже не первый раз видите. Я даже включил подсветочку, и надо срезать лимончик. Так, я передам телефон. Блин, держи. Почему этот лимончик маленький? Потому что само деревце маленькое, вот оно. Я положил веточку вот сюда, чтобы оно не упало. Он созрел, уже хочу срезать, попьем чай. Будем ждать следующего урожая. Вот, возьмем так вот. Опа, ну он даже так снялся. Вот он, ура! Лимончик. Даже пахнет, слушай, классно. Привезли специально, да? Простуженного ассистента протестировать. Ну все, сейчас они зацветут еще, будут лимоны цвести. Может даже в этом году успеют зацвести, так что будем снимать дальше урожай. Ну пойдем пить чай с лимоном.